Всем привет, ребят! Сегодня уже 3 февраля, и я уже проснулся. Настя еще спит, поэтому я сейчас отправляюсь на кухню, хочу сделать небольшой завтрак. Там есть куча фруктов, надо с ними что-нибудь придумать. А на улице тем временем просто офигенная такая погода. Ну, во-первых, тепло, уже несколько дней практически 0 градусов держится, и снег идет такими большими-большими хлопьями, и он не резкий, он просто кружит вот так вот в воздухе. Это такая классная, вот реально классная погода. И обязательно сегодня погуляем в эту погоду. И главное забрать сегодня куртку и пойдем сегодня на хоккей. Да! Будем смотреть матч. Я сам на самом деле на хоккее был очень-очень давно, буквально пару лет назад. Да, в 2014 году я был последний раз на хоккее. И пойдем в этот раз с Настей. Ладно, погнали готовить завтрак. Такую вот небольшую тарелочку фруктов я сделал, и сейчас пойду будить Настю, надеюсь, то, что ей это понравится. Ну, такой, скажем, легкий завтрак. В общем, ребят, Настю я разбудить не сумел. Вот, оставил ей там тарелку с фруктами на столе, надеюсь, она обрадуется, когда проснется. Ну, а тем временем у меня на компьютере заканчивается рендер вчерашнего влога. И сейчас он закончится, и я буду делать фотки. Да, вчера доделал фотки, которые делал в фотостудии Призма. Прошел месяц, я только сделал их. Вот. И сейчас сяду делать Настины фотографии, которые мы делали на Вайнера. Вот. Влог с этой съемки вот здесь вот будет. Вот, добавлю. Ладно, побежал делать. Короче, я разбудил Настю, и мы наконец-то выдвинулись в рок-хаус. Сейчас там немножко потусуем, посмотрим что-нибудь интересненькое. И пора будет уже двигать на матч. Нам надо быть без 27. В 6:20 точно. Нам надо быть около арены, чтобы нас там встретили. Короче, мы вышли из рок-хауса. Настя купила. Нет, ничего не говори, что я купила. Ладно, просто Настя что-то купила. Вот. А я не удержался и взял себе новый браслет. Ну, Настя была права, то, что я побрякушник. Я люблю всякие браслетики и подвески. Вот. Зашли в гостинку, взяли свой любимый латте и двинули к арене Металлург. Нам уже через где-то минут 20 надо быть около входа, где нас должны встречать. Так что увидимся уже около арены. А тут еще и сугробы, кстати. Вообще дикие. И блат — это круто, да. Блат — это круто, да, никто не спорит. We'll be right back.
ребят, мы уже на матче. Зашли, купили себе по металлургическому шахту с классным офигенным рисом. Вот. Начинается уже второй период, поэтому мы побежали, взяли немного перекусить, попить. И идем дальше смотреть хоккей. Все, короче, ребят, мы вышли с матча. Ну, блин, обидно, конечно, проиграли 3-1, но я надеюсь, что у Насти останутся позитивные эмоции от этого матча. Конечно, позитивные. Первый раз прийти на хоккей. Вот, ладно, сейчас топаем домой, сейчас пытаемся найти открытый магазин, закупимся чипсами или сухариками, или попкорном вообще. И думаем сегодня устроить большой кинопросмотр. Будем смотреть какие-нибудь фильмы. А нерадивые водители нас не пропускают. Фу, быть таким. Я на таких хоккеистов, потому что, смотри, гелики. Гелики 4-й Audi. Я сомневаюсь, что рядовой болельщик магнитки приедет. Приедет, поверь. В общем, ребят, мы успели залететь в ленту. Накупились всякой всячиной. Все, начиная от молочных батончиков, заканчивая чипсами и всякой химической дрянью. А в итоге идем и жрем соленых кальмаров. Вот, так что увидимся сейчас дома и будем есть. Все, ребят, мы пришли домой, уже поужинали. Настя допивает свой вечерний кофе. Потом будет жаловаться, что не сможешь спать. Просто кто-то третий день мне заварит очень крепкий чай. Да. Я не могу спать нормально. К нам присоединилась собака Роуз. В общем, всем привет от Рокси. И на сегодня это все. Мы немножко вымотались из-за хоккея, то, что яро болели за команду. Вот. Но мы остались довольно честные. И завтра продолжим хоккейную, так скажем, тему. Мы поедем на каток. Будем кататься. Если кто-то не будет спать до 3 дня. Да. Я как говорил, Настя сегодня очень тяжело разбудил. Потому что кто-то третий день заварит мне крепкий чай. Да, да, да. В общем, ладно, ребят, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, делитесь с друзьями, оставайтесь в хорошем настроении. Всем до завтра и всем покеда!